Здравствуйте, я Елена Коноваренко, и сегодня мы поговорим о калориях. Калории – это количество энергии, необходимое для нагрева 1 грамма воды на 1 градус по Цельсию. Калорийность продуктов нужна для того, чтобы понимать, какое количество энергии необходимо нашему организму для его нормальной жизнедеятельности. Основным источником калорий являются белки, жиры и углеводы. В 1 грамме белков и углеводов 4 калории, в 1 грамме жиров 9 калорий. Нервная система, кровяное русло, дыхание и пищеварение – далеко не все процессы, которые одновременно происходят в нашем организме, и всем им нужна энергия. И энергию-то нужно брать только из калорий. А теперь простая математика. 1 килограмм жира – это 7700 килокалорий. Задумайтесь об этом. Важно помнить о том, что калорийность вашего рациона должна соответствовать вашим затратам. Если вы худеете, это одна калорийность. Если набираете мышечную массу, другая. А если вы просто поддерживаете свой здоровый вес, третья. Золотая середина пищевого рациона – это примерно 2000 килокалорий в сутки. Среднестатистическому офисному работнику необходимо от 2000 до 2500 калорий в сутки, а каменщику – выше 5000. Очень важно помнить о том, что калорийность вашего рациона должна соответствовать вашим затратам. Кушайте правильно, кушайте с удовольствием и будьте здоровы!